Что касается изменений в работе патолога, мы начнем, наверное, с интерактивного голосования, да, Татьяна Юрьевна? Как вам удобнее? Ну, у нас стоит тут вопрос, поэтому, казалось бы, он имеет весьма опосредованное отношение к патологической анатомии, и тем не менее, это непосредственно сказывается на том, как планируется лечение таких пациентов на сегодняшний день, когда иммунотерапия входит в повседневную практику. Сколько мы будем ждать? У нас запускается голосование. И, пожалуйста, вы все на экранах видите вопросы. Анна Сергеевна, вы озвучите вопросы, пока идет голосование? Хорошо. Вопрос заключается в том, какая из опухолей органов головы и шеи характеризуется более высоким уровнем мутационной нагрузки. Это как раз касается полости носа, ротоглотки, глотки, гортани. Отсюда исключена плоскоклеточная карцинома кожи головы и шеи специально, так как она имеет другие закономерности развития. То есть речь идет в первую очередь, конечно, о плоскоклеточном раке, как о самой частой опухоли органов головы и шеи. Так вот, какой из них, на ваш взгляд, обладает наиболее высоким уровнем мутационной нагрузки? Это ороговивающий плоскоклеточный рак, неороговивающий плоскоклеточный рак, HPV-позитивный плоскоклеточный рак или EBV-позитивная назофарингеальная карцинома? Я думаю, можно уже комментировать. Выбрали преимущественно EBV-позитивную назофарингеальную карциному 2/3 респондентов, и 1/3 респондентов выбрала HPV-позитивный плоскоклеточный рак. Это, в общем, пожалуй, одна из основных новостей в работе патолога. Это введение в классификацию так называемых вирус-ассоциированных раков головы и шеи. Собственно, о них мы сегодня и поговорим немножечко. Однако наибольшим уровнем мутационной нагрузки из представленных все-таки обладает ороговивающий плоскоклеточный рак, основным механизмом развития которого является влияние табакокурения и употребление алкоголя. Как и большинство раков, ассоциированных с курением, как плоскоклеточный рак легкого, ороговивающий плоскоклеточный рак органов головы и шеи имеет большую мутационную нагрузку по сравнению с остальными представленными здесь. Сегодня мы работаем в рамках классификации Всемирной организации здравоохранения 2017 года. И, в общем, эта концепция о наличии вирус-ассоциированных плоскоклеточных карцином была имплементирована в эту классификацию впервые. И сейчас она уже год работает полный, и можно некоторые результаты оценивать. Так вот, на сегодняшний день все раки делятся на вирус-ассоциированные и вирус-неассоциированные. Мы будем говорить преимущественно именно о плоскоклеточном раке головы и шеи, как самом частом гистологическом подтипе, потому что аденогенные раки встречаются гораздо реже, наряду с опухолями малых слюнных желез. Так вот, неассоциированные с вирусами раки основным патогенетическим механизмом своего развития имеют именно употребление алкоголя в том или ином виде, употребление табака, как посредством курения, так и имеется в виду и жевательный табак тоже. К вирус-ассоциированным ракам на сегодняшний день относится HPV-позитивный плоскоклеточный рак, который чаще всего встречается в орофарингеальной зоне, но вирус папилломы человека может иметь роль в патогенезе плоскоклеточных карцином и других отделов головы и шеи, и EBV-позитивный рак назофарингеальной зоны. Это так называемый лимфоэпителиальный или назофарингеальный рак. Что касается орофарингеальных раков, то именно их ассоциация с HPV-вирусной инфекцией, особенности эпидемиологии и клинического течения позволили, в принципе, выделить опухоли этой зоны в отдельную классификационную единицу и подразделить их на HPV-позитивный и HPV-негативный плоскоклеточный рак. Вы видите, они отличаются эпидемиологией, средний возраст вирус-ассоциированной карциномы в среднем на 10-15 лет меньше, чем у пациентов, не ассоциированных с вирусами.
Факторами риска относятся в первую очередь, это сексуальное поведение, фактором риска является оральный секс, хотя на самом деле большинство этих пациентов в том или ином виде все равно употребляют и табак, и алкоголь, поэтому зачастую механизм имеет сложный вид патогенетический, и доказано, что изолированные инфекции вирусом недостаточно для развития карциномы. То есть это лишь один из этапов патогенеза, и дополнительные какие-то мутационные события являются последующими шагами. Что касается HPV-негативного рака, то он строго ассоциирован и с курением, и с алкоголем, и характеризуется высокой мутационной нагрузкой вследствие этого. Что касается также особенностей HPV-позитивного плоскоклеточного рака, он зачастую манифестирует метастазами в лимфатических узлах. Это, как правило, метастазы в узлы 2-3 группы, 2-3 уровня лимфотока. И зачастую эти изменения носят кистозный характер. Это характерно для вирус-ассоциированной карциномы. Предполагается, что эти опухоли развиваются из эпителия крипт-миндалин, который характеризуется определенными особенностями. Это так называемый ретикулярный эпителий. Он имеет прерывистую базальную мембрану, которая обеспечивает миграцию лимфоцитов в донных отделах крипт. И оттуда развиваются эти карциномы. И для них отсутствует понятие о карциноме инситу, либо о какой-то дисплазии, этапной дисплазии. Считается, что если мы видим изменения, характерные для дисплазии, это уже изменения, соответствующие инвазивному обычному плоскоклеточному раку, потому что они могут быть уже ассоциированы с надальными метастазами, и надальные метастазы могут преобладать в клинической картине, а первичный очаг может быть оккультным и зачастую не выявляется в принципе. Что касается морфологических проявлений, то, как правило, это не роговевающий плоскоклеточный рак, либо имеется минимальное, незавершенное, либо фокальное роговение. Это характерно для всех вирус-ассоциированных плоскоклеточных раков, как мы, собственно, дальше тоже посмотрим. И для этих карцином не применяется система грейдинга, традиционно использующаяся для плоскоклеточного рака. То есть для плоскоклеточного рака мы используем трехступенчатую систему градации. Это высокоумеренные и низкодифференцированные карциномы. В предыдущие годы, когда не было доказано вирусной ассоциации плоскоклеточного рака, нероговевающего с HPV, он относился к низкодифференцированным карциномам, но было замечено, что, в общем, это никак не связано с его прогнозом, потому что прогноз относительно благоприятный, несмотря на такую низкодифференцированную формальную морфологию. Поэтому на сегодняшний день для вирус-ассоциированных вообще, в принципе, раков грейдинг не применяется, они не градируются. И что очень, в общем, удобно и легко в нашей рутинной практике, это то, что эти карциномы позитивны к белку P16, который очень легко выявляется иммуногистохимическим методом. Это простой, довольно дешевый метод, легко воспроизводимый. Пограничным значением точка счета считается 70% позитивных клеток. Экспрессия должна быть ядерная и цитоплазматическая. Если мы встречаемся с такой таким паттерном окрашивания, мы можем говорить о том, что это вирус-ассоциированная карцинома. Надежность этого метода очень высока, и он, в общем, не требует, как правило, для орофарингеальной зоны каких-то других методов инситу гибридизации либо ПЦР методики. Это имеется в виду, я не знаю, я говорила про локализацию, потому что вирус папилломы человека может играть роль в развитии карцином других локализаций, а белок P16 является, в общем, онкопротеином, который также участвует зачастую в патогенезе различных опухолей, и не всегда это участие связано с вирусной инфекцией. Поэтому вне орофарингеальной зоны и надежность и достоверность иммуногистохимического окрашивания на P16 ниже, чем если мы знаем точную локализацию опухоли, либо если мы имеем дело с надальными метастазами 2-3 уровня лимфоузлов шеи.
И вы видите, эти карциномы характеризуются лучшими показателями трехлетней общей выживаемости по сравнению с HPV-негативными плоскоклеточными раками. На сегодняшний день за рубежом рассматриваются варианты деэскалации лечения у таких пациентов, потому что HPV-позитивные карциномы хорошо отвечают на химиолучевую терапию, и в ряде случаев можно рассматривать варианты уменьшения доз. Каков же патогенез этой вирусной карциномы? Это связано с тем, что вирусные белки, их два основных, это Е6 и Е7, участвуют в регуляции клеточного цикла и в пролиферации. Протеин Е7, его МРНК, связывается с белками семейства ретинобластомы и приводит к их деградации, что в свою очередь приводит к накоплению протеина P16, который является звеном негативной обратной связи в отношении регуляции генов белка ретинобластомы семейства. МРНК белка Е6 связывается в свою очередь с белком P53, функция которого хорошо известна, и таким образом запускается пролиферация, неконтролируемое деление инфицированных клеток. Кроме того, для HPV-позитивного плоскоклеточного рака характерна мутация в пути PI3K. Это ДНК-вирус, и вы видите, здесь на слайде отражены те методики, которыми мы можем его выявлять. Это и ПЦР, и ДНК-инситу гибридизация, и РНК-инситу гибридизация с РНК вот этих белков, которые участвуют в патогенезе. Ну и самый простой, но от этого не менее надежный способ – это определение гиперэкспрессии белка P16 при помощи многостихимии. Что касается назофарингеальных карцином, то уже гораздо дольше известна вирусная ассоциация назофарингеальной карциномы с вирусом Эпштейна-Барр. И на сегодняшний день классификация назофарингеальных карцином выглядит именно таким образом. Они делятся на нероговевающие плоскоклеточные раки, роговевающий плоскоклеточный рак и базалоидный плоскоклеточный рак. И это имеет не просто какое-то морфологическое значение, но и прогностическое значение. Потому что чаще всего, конечно, мы имеем дело с нероговевающим плоскоклеточным раком, который имеет синоним лимфоэпителиальной карциномы, который для морфологов ассоциирован все-таки с недифференцированной формой этого рака. Он характеризуется лимфоидной стромой, выраженной лимфоидной инфильтрацией, и опухолевые клетки располагаются дискретно в воспалительном инфильтрате. Но, тем не менее, вне зависимости от степени дифференцировки, то есть дифференцированный, либо он не дифференцированный, этот рак имеет одинаковый прогноз. Он стойко ассоциирован с Эпштейн-Барр вирусом, в большинстве случаев выявляется инфекция этим вирусом. И тоже зачастую характеризуется надальными метастазами на момент постановки диагноза. Что касается роговевающего варианта назофарингеального плоскоклеточного рака, то он имеет худший прогноз, хотя, как правило, выявляется в локальной стадии, характеризуется в большей степени локальным агрессивным течением, ниже частота надальных метастазов, но при этом он хуже отвечает на локальное лечение, в том числе на лучевое лечение. Базалоидный плоскоклеточный рак встречается реже. Не зря я подчеркиваю, что это плоскоклеточный рак, потому что не всегда это очевидно для некоторых и врачей, и патологов, и клиницистов, потому что назофарингеальная карцинома вследствие своей низкой дифференцировки может не иметь морфологических признаков плоскоклеточного рака, но тем не менее ультраструктурные признаки плоскоклеточного рака есть. И вот наличие лимфоэпителиальной стромы, лимфоидной стромы характерно для вирус-ассоциированных раков, вне зависимости от их локализации, и это, в общем, определяет эффективность иммунотерапии в данных гистологических формах. Потому что на сегодняшний день, конечно, для этих пациентов терапией выбора был локальный контроль при помощи хирургического вмешательства, либо локорегионарной химиолучевой терапии. Для пациентов, у которых эти возможности исчерпаны, были очень ограничены дальнейшие перспективы лечения. Но на сегодняшний день с появлением иммунотерапии у них появляется шанс на контроль заболевания.
И, безусловно, идет поиск различных предикторов эффективности иммунотерапии. Сейчас уже есть целый ряд работ по экспрессии PD-L1 в опухолях головы и шеи, потому что это является хорошим предиктором. Здесь те же проблемы, как и для PD-L1 при других локализациях. Это несколько платформ, несколько антител, разные системы отсчета, разные системы оценки реакции. Но, тем не менее, закономерность очень простая. Чем более выражена экспрессия PD-L1, тем более выражен ответ на иммунотерапию. По крайней мере, ингибиторами чекпоинта. Но на сегодняшний день FDA не зарегистрировал ни один препарат в качестве комплементарной диагностики, то есть тестирование PD-L1 не является необходимым для назначения терапии. Оно позволяет лишь выбрать группу пациентов, у которых она будет более эффективна. То есть назначить пациенту терапию без тестирования, возможно, это не ограничено. Ну, вы видите, что, в общем, есть данные о том, что вирус-позитивные карциномы характеризуются более высоким уровнем экспрессии PD-L1, что HPV-позитивные раки, что EBV-позитивные раки. Это связано не с тем, что у них высокий уровень мутационной нагрузки, потому что для большинства карцином другой локализации, все-таки вот это вот ряда, они взаимозависимы. То есть высокий уровень мутационной нагрузки определяет высокую чужеродность опухоли, большое количество неоантигенов, что приводит к индукции экспрессии PD-L1. То в вирус-ассоциированных карциномах механизм экспрессии PD-L1 отличается, потому что это опухоли, которые изначально развиваются в эпителии, ассоциированном с лимфоидной стромой. А это опухоль, которая развивается либо в миндалинах, если мы говорим об HPV-позитивных опухолях, это язычная миндалина и нёбные миндалины, либо это карциномы, которые развиваются в эпителии, ассоциированном с лимфоидной тканью глотки. Это EBV-позитивные карциномы. Вероятно, это определяет гиперэкспрессию PD-L1 в этих опухолях. Но на сегодняшний день мутационная нагрузка привлекает все больше внимания, потому что вы видите, зависимость экспрессии PD-L1 от мутационной нагрузки не такая линейная в опухолях головы и шеи, но мутационная нагрузка является эффективным предиктором ответа на иммунотерапию, и поэтому она сейчас активно изучается, и появляются публикации о том, что это действительно работает. Вот в опухолях головы и шеи две трети пациентов с высокой мутационной нагрузкой имеют преимущество при лечении иммунотерапевтическими препаратами. И это также отражается на показателях их безрецидивной выживаемости. Вот на этом графике Каплана-Майер. То есть на сегодняшний день, если резюмировать, практика патолога изменилась следующим образом. Мы должны обязательно оценивать уровень надального поражения при исследовании метастазов в лимфоузлы шеи из невыявленного первичного очага, оценивать наличие вирусной инфекции в этих плоскоклеточных карциномах и уточнять, это вирус-ассоциированная карцинома, либо неассоциированная. Для назофарингеальной локализации наличие либо отсутствие роговения имеет прогностическое значение. Ну и целый ряд дополнительных методов, которые позволяют определить чувствительность опухоли к, в том числе, современным иммунотерапевтическим препаратам, есть в нашем арсенале, мы можем это делать сейчас. Спасибо за внимание.